Итак, значит, это Спанч Боб. И, если просили. И сегодня я порекомендую такой канал, как... я уже знаю, как он называется, конечно. Но он будет называться Дэдпул. Но, конечно, простите за мою такую забывчивость. Но, вы спросите, а где этот канал? Почему я Ways of Space? Ну, наверное, потому что мой рыжий фрапс не может, конечно же, заснять картину, ну, с Google Chrome это все, и с Firefox. Но все-таки, ну да, он это мог сделать, но сейчас ему это не получилось сделать, поэтому извиняюсь. Перейдите по ссылке в описании и посмотрите видео, возможно, оно уже будет, возможно, еще нет, про Star Conflict, мы с ним засняли, да. Надеюсь, вам понравится. И что еще сказать, блин, где мои записи? Черт, я ничего не написал. Как написать-то? Да. Кстати, игра очень прикольная. Ну, короче, заходите Короче, после полчаса разбирания и вспоминания, как его зовут. Его зовут Алексей Худяков. Ну, так его называется канал на Ютубе пока что. Я надеюсь, вы на него зайдете. И... ну, блин, ну как по черту опять ничего не написал? Да.